А вот еще один рыночек. Здесь у нас клубничка. Вот такая черешня крупненькая. Прикольная. Так, моя Лариса Федоровна где-то потерялась. Ну, аппарат для приготовления мороженого. Кстати, вкусное. Жаркую погоду хорошо спасает. Семечки всех сортов различных. Селяне продают овощи. Так, здесь перегорожено столбами, чтобы не ездили, но не для мокиков. А вот и рынок животных. И мишные собачки. Ну вот такие носик сует. Хозяина ищет. Абана, цверги, что ли? А где у меня ноги? Да, такой же. Мне кажется, такой же. Это меньше, это той, наверное. Тойчики, да? Нет. Это, наверное, тойчики. Ну-ка, вот дайте фотоаппарат, дам сфотографирую, не на мой, у тебя, потому что этого приложения нету, чтобы отправлять по WhatsApp. Ну, крупненько сфотографирую. А я здесь пока. Так, ну что, пока мы тут занимались собачками, камера ушла. О, чио-чио, наши батончики, русские конфеты, зебра. Животные закончились, а собачки. Федор на собачьих попах. Видео сними еще там. А? У меня. Да. Буряры, о, вкусно, да? Я не хочу. Продают по 20 юаней. Вот такую одежду различную. Начиная. Держи. От кальсонов, да, или что это, рубашек тут, заканчивая вон курточками. Футболочки, распродажа. Оба-на, мопсик. Платочки. У всех колонки, везде музыка. Что-то кричит. Дыньки пахучие, вкусные. Сегодня воскресенье, Нет, сегодня суббота.
Да. Воскресенье завтра будет. Завтра Пасха. Лучок спроси, сколько стоит. Сколько юань? Юань сколько стоит? 3 юаня. 3 юаня? Пучок, да? Ну, бери что-то. Или на обратном пути. Мы хотим сделать дома пирожки с капустой. Вот лук пури. Я получу никогда за 1 юань. Это было давно. И пучок там, по-моему, поменьше был. Вот тоже. Где? Ну, кинза. Вот. Да. Не кинза это, как и попал. Кинза? Карасики у нас дома тоже есть. Здравствуйте. Здравствуйте. И тебе не хворать, друг. Куриные ножки. Ну, все. Очередной перекресток. А вчера мы там уже были. Да? Обзорчик делали. А я хотела. Ну все, заканчиваем обзор. Ждите нас в эфире через 5 минут. При пересечении перекрестка мы перейдем на другую улицу. Мы еще не были. Да, мы здесь были. Ой, тофу запахло вонючим. Ну все, всем пока. Не забывайте смотреть наш канал.